Репрессия со стороны так называемых оккупационных властей, властью нельзя назвать, наверное, шайка больше бандитов, они не прекращались, они продолжаются постоянно, мы к этому готовы, готовы давать отпор. Для них является шоковой ситуацией то, что признание Меджлиса экстремистской организации не повлияло на народ. То есть он не испугался, наоборот, даже в какой-то степени объединил его и дал новые силы. И Россия ведет себя по понятным алгоритмам. Ах так, мы еще жестче. Ах так, мы добавим какие-то действия. Поэтому это кричущее нарушение сегодня прав наших граждан. Заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, человека, который постоянно душой, телом, поступками защищал Украину. Но я думаю, что мы дадим соответствующий ответ. На данный момент он пока еще не арестован, он только задержан. Однако уже сейчас, я думаю, что они готовят новые жесткие меры. И я думаю, что мы должны защищать наших граждан и должны делать все возможное для того, чтобы права и свободы наших граждан на оккупированной территории были защищены как минимум законами об оккупации.